have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Гримрок у нас здесь, дракон рядом с нами. Хотел бы сказать, что он нас защищает, но нифига такого подобного. У нас есть, кстати, точка дракона, она вот здесь вот. Его взгляд направлен вот сюда куда-то. А второй дракон у нас находится уж случайно не вот здесь. Надо будет с этим потом разобраться. Куда направлен взгляд дракона? Взгляды драконов. То есть один здесь, один здесь. Возможно, есть где-то еще вот здесь третий. Надо будет поискать. Но пока что взгляды идут вот сюда. Если я правильно помню, что второй дракон здесь, то взгляд направлен вот сюда. Нужно будет отдохнуть под взглядами драконов. То, что мне записка сказала. Поэтому давайте сейчас попробуем запомнить это местечко. Кстати, вы же, наверное, не видите курсор. Да, извините, ребят, я забыл. Я потом попробую на монтаже попробовать вам, ну, как бы, обозначить то место, куда нам нужно. Пока что мы сейчас пойдем попробуем все-таки убить вон ту штуку здоровую. F5. Куда она вылазит, мне интересно. Так, маг, тебе нужно перекусить. Держись, дружище. И тебе, кстати, нужно покушать. Два золотых ключика у меня есть. У меня еды нет, вот чего у меня нет. Вот, и это меня начинает волновать все больше и больше, потому что... Там это говно вылезло. Оно для таких размеров чрезвычайно шустрое. Фух, пришлось потратить все огненные бомбы. Наверное, зря. Но, блин, да, возможно, я об этом пожалею. Мне не понадобится... Кстати, а здесь есть боссы? Мы на каком этаже? На пятом? Я не увидел ни одного босса пока что. А, вот это странная фигня. Хорошо. Так, ты у нас дружище, ты у нас мечник. Я, конечно, это все понимаю. Но может быть... У тебя вообще меч сколько дает? 14-15. Скорость очень хорошая. Там какие-то ползучие звуки, погодите. Твою за ногу. Еще какое-то говно к нам пришло. Нет!
Там еще что-то ходит. Отвратительно. Так, это получается еще до того, как я убил то говно. Их что, два вылазит? Хочу ли я со всем этим сталкиваться? Так, погодите, а если я его буду... Так, это электричество. Может его подморозить? Это отравленные клинки. А, ты за, на заряды, получается, ядовитый болт. Это стрелять в него ядом. Блин, хочу ли я весь этот головняк на свою голову? Офигеть. Ноль! Ударь! Все, валим отсюда. Ух. А могу ли я поспать? Смотрите, одна заморозка довольно неплохо влияет. Одна заморозка. То есть не надо тратить 4 огненных бомбы. Можно потратить одну заморозку. Застанить врага. Так. Да, я хотел уровень тебе качнуть. Дружище, извини, сразу забыл про это. Мы там шли в... А, стой, может в атлетику мы шли? Напомните ко мне. Я получу... Так. Тут мне надо 3, а тут мне надо... Здоровье, выносливость. А в мечах? Давай мы тебе в атлетику качнем, чувак. Давай в пяточку. Попал! Ой, хоть еды достали немножечко. Окей, с этим мы тоже справились. Потихонечку. Откуда это все лезет? Так вас через так. О, огненная бомба. Мелкое говно. После мелкого говна тоже сохраняемся. Где-то там, вон, гриб еще лазит. Гриб надо, чтобы сюда подошел ко... А, это мелкий гриб. Сдохни, тварь. F5. А ты...
Вы откуда здесь взялись, ребят? Вас я не ожидал вообще, на самом-то деле, так-то. Блин, я без мага остался. Без мага я его буду очень долго рубить. Вот это сейчас оказалась очень плохая ситуация. Один раз кнопки перепутал. Все, получи. Блин, на полтос! F5. Я знаю, я об этом пожалею. Валим. Запрусь в этой комнатке, идите нафиг все. Ай, вот, вот теперь F5, все, я пошел спать. Вот зачем эта комнатка. Блин, теперь все стало на свои места. Я думаю, зачем там комнатка с лутом? Это комнатка, чтобы я мог запереться и выспаться. Вот зачем она. О, бычара проголодался. Круто. То есть он проголодался, и у него теперь не восстанавливается, да? ХПшка, на, чувак. Поешь. Так, ты, дружище, мне свет включи. И ложитесь дальше спать. Восстановитесь полностью, потому что сейчас начнется полный трешак. Фух. Стало, черт побери, сложно. Тупо сложно. Не, я не пытаюсь там жаловаться или что-то такое. Просто констатирую факт. Где чертовы сюрикены? Дай сюда. Пять. Гриб! Собака! Ты где, говна кусок? Я тебя найду, тварину! О, сюрикен нашел. Да, привет, дракоша. Это мы тут с тебя начинали в прошлый раз. Ну, в этот раз, в смысле, имею в виду. Это было так давно, что это выглядит как в прошлый раз. Вот, что это за тентакли? Куда гриб подевался? Иди сюда. Ты мне тут все испортить хотел? На, подавись. Подавись. Подавись.
Блин, попадает же тварь, кстати. А ты сдохнуть, например, не хочешь? Фига в тебе здоровье. Фух. Ёлки-палки. Так, ты не голодный, ты не голодный, тебе нормально. В принципе, все не голодные. О, а такое бывает. Ладно, тогда я пока что спать не буду. Что-то еще ходит. А, еще одна тварь. Привет. А, ты у нас рукопашник, что ли? Фух. Все? На этот-то раз, друзья, все, нет? Вот мне интересно, как сюда попасть. Смотрите, там и хавчик, и лут, и стрелы, и всякое такое. Я бы хотел туда попасть. Там кнопочка, кстати, есть. Так, а ты? Это просто управляет стеной. Хорошо. Вот этот секрет надо будет подумать, как он решается. Так, два золотых ключа, это, конечно, здорово, но я так понимаю, что это проход... давайте F5. Проход дальше. Ой, там что-то ходит, я вспомнил. Это вот сюда и вот сюда. А мне сейчас нужно... О, я вроде... Понял тебя. Что-то ходит? Да, привет. Развелось тут зверинца. Так-то по-хорошему. А, ты рукопашник тоже? Да ладно. Сдохни. Стой. Я вот так вот сейчас сделаю. Все-таки посплю немного. Ну что, жизни не хватает. Манна закончилась у мага. Надо немного восстановиться. Лабиринт стал кишить буквально всякой гадостью. Давайте хотя бы вот так вот восстановимся. Так, хавчик убираем, это убираем. F5. А, где там это место? Минечку, дракон стоял во второй клетке. Значит, отдохнуть нужно... Вот здесь? Может быть. А какую... Это вообще было для двери. А какая дверь там при этом открывалась? О, кстати, да, тут же кристалл. Я забыл про это. Дракон? Здесь, на третьей клетке. Так, 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 все правильно. А какую дверь это нам должно было открыть? Блин, я забыл уже, честно говоря, где она находится. Да, тут у нас завалено.
тут это у нас самое начало уровня, нам вроде как сюда и не надо. Так, я сейчас, по-моему, занимаюсь какой-то фигней, да? А, не надо. А, отсюда. Стоп, стоп. Я как раз пришел. Можно ж вот это глянуть, да? А, да, да, у нас, значит, было два завала. Тут тоже завалено все, я вас понял. Так, а где же, получается, та дверь, которую мне теоретически нужно было бы открыть? Вот здесь. Так, там у нас с двумя золотыми ключами. Прикол. Я забыл, ребят. А, ну да. Я сейчас здесь и не пройду. Мне нужно... Ну вот тут вот я пролез. Вот тут у нас кристалл. Да, было такое. Механическая дверь у нас где-то была большая. А где? Я не помню. Тут у нас тоже вот этот заваленный проход. Где-то была большая механическая дверь. Черт. Народ, серьезно, я запамятовал где, ладно. Вот жалко, что это не обозначается на карте нигде. Тут я, кстати, все подбирал, да, какой-то уголочек людоеда. Ладно, мы сейчас пойдем с вами к золотым ключам. Стой, может она здесь? А, нет, здесь же я только что был. Здесь с двумя золотыми ключами. Тут ничего такого вроде... А, это и была механическая дверь. Все, я понял. Вот она. Потом я ее и... А, не увидел. Она была здесь. И она открылась, когда мы там поспали. Фух. Сошлось. Отлично. Так, что у нас такое? Уклонение 5, жилет соглядатая. Уклонение 5, защита 4. А, ты защиты вообще не даешь. Ты даешь чисто... Ну, тут защита 2. А мы сделаем вот так. И тебе вот эту штуку дадим. Так, жилет сделан из материала, который, кажется, сливается с окружающими тенями. Понятно. Просто маскировочная нычка. Фух. А то, блин, было бы обидно. Я решил загадку с драконами, а потом не нашел бы дверь, которая бы меня к этому выводила. Было бы круто. Ладно, на, схавай один ключ. F5. Схавай другой ключ. А-а-а, серьезно? Это решает нам весь этаж? Все? У нас получилась одна загадка неразгаданная. Там вон есть... сейчас, секунду, я туда на всякий случай еще раз схожу, посмотрю. Тут у тебя подергать ничего нельзя. Тут у нас есть... вот эта вот дверка, которую мы не открыли. Решетка. Там еда, там стрела и там какая-то одежка. И там еще какая-то кнопка. Я бы хотел туда сходить, я бы хотел эту штуку открыть. Было бы реально здорово. Но я не знаю, как это сделать. Тут, кстати, понаоткрывалась куча всего. Когда повылазили монстры, понаоткрывалась куча всего. Я тогда быстро убежал. И не посмотрел. Возможно, тут есть что-то стоящее. Кстати, этот кувалду-то я взял. Взял. Сколько тебе до уровня-то осталось? Блин, очков опыта совсем капельку. Еще чуть-чуть, и я смогу качнуться, чтобы одеть топор, допустим. Пытаюсь сейчас повнимательнее осматривать стены, но я... О, блин,
хорошо, что я сюда вернулся. Да, тут огненная бомба осталась. Я мог ее упустить запросто. Но я не вижу никакой открывашки на ту дверь, к сожалению. А мне бы очень хотелось туда попасть. Я что-то где-то упускаю, это обидно. Тут мы с фалангой бились. Может, тут, кстати, что-то где-то пооткрывалось? Нет, тут вот эта вот дверь, да, пути назад нет. Блин. Не вижу я ничего такого, что могло бы зацепить мой глаз. Видимо, придется уходить так. Печалька немножечко. Не хотел бы оставлять за собой секреты, но... Но с другой стороны, это, ну, оно не то чтобы секрет, оно видно, что оно есть, но как туда пройти, непонятно. Драконы. Драконы. И там еще кнопка, знаете, вот что меня еще немножечко, не то чтобы подбешивает, но то, что там кнопка. До огненной стрелы я смог дотянуться и так, голыми руками. А до того не дотягиваюсь. Ладно, хоть какой-то лут оттуда урвали. Вроде так... Тут у нас никаких кнопочек-то нету в стенах, к сожалению, нет. Хорошо, здесь мы оставим шмоточку вот эту лежать. Тут ничего больше нету. Видимо, нет. Хорошо. Ладно. То есть это была наша основная загадка на покидании уровня. Вот эти два золотых ключа. Я, наверное, не ожидал этого, но ладно, пойдемте. Ждет нас следующий этаж. Сходу и в пяточку. F9. И меня моментально отравили, кстати. А, что? Ой, блин, это было глупо. Что я хочу? И хочу ли я что-то? Может быть... Так, во-первых, сохраняемся, наверное, на отдельный... Сейв для уровня. Готовим вот это. Так, не, ребят, F9. Там ходит какая-то огромезная фигня. Так, что я хочу? Я хочу отдать тебе вот эту банку, чтобы у тебя их было две. У тебя тоже две. Противоядия у меня нету. Нету, потому что... А, нет, у меня есть одно противоядие, на тоже тебе. Задница? Конечно, задница. Тут и не поспоришь. На, держи. Как так-то? Так, на, еще похавай, наверное. F5. Этаж встречает нас максимально недружелюбно. Это просто звездец какой-то.
Теперь, по крайней мере, мага не бьют. Бык. Противоядие. Хилка. Просто моментально. Маг. Кстати, он голодный. Отдай бутылки. Пока на нас не напали. Просто по-быренькому бутылочку. Из чего там из этого делается противоядька? Супер. Выпей. Хилку... Ладно, пока не буду пить. Я могу об этом пожалеть. Он чарджится. Офигеть! Блин. Блин. Отвратительный чувак, если чё. Он всех ваншотнул. О, это сложно. Я не знаю, что мне теперь делать. Ладно, поехали. Ты там сдохнуть не хочешь, чувак? Быстро, противоядие. Бутылку отдай. F5. У меня там есть сохранение на начале уровня. Фигово. Очень фигово. Попробуем поспать. Где у нас еда? Она тут. F5. Все, начало боя, поехали. Пройди!
Ему вообще насрать. Простите, ребят, среди такого файта мне еще и отвлекают, звонят. Сдохни, тварь. Его там травит потихонечку, я надеюсь. Ах ты ж! Понял. Блин, вся битва сначала! Ты серьезно? Жаль-то. Он ваншотает. К нему нельзя попадаться, потому что он тупо ваншотает. Фух. На 7. Ну, подходи, дружище. Убежал. Потратил все наши грены и убежал. Так, у меня есть еще 7 сюрикенов. Знаете, в чем ржака? Я сейчас... Что-то написано. Теперь вы наш пленник, как и тот, кто ниже. Я бы поспал, на самом деле. F5. Блин, офигеть, этот тролляка жесткий. Ну, я его заманил туда, он убежал, он там сейчас будет вариться. У него, наверное, не хватит мозгов вернуться. О, ой, блин, у этого уровень. У бычар, я забыл совсем про это. Фух. Мага надо восстанавливать. Так, чувак, что мы там с тобой собирались качать? Топоры 5. Молот 3. Наверное, тогда навык булавы. Сюда 2. И в топоры 2. Да? Так получается. Теперь мы с тобой можем одеть вот это. 18-11. Это лучше, чем 14-11 точно. Насчет топорика 29. Но я не думаю, что... Ну, посмотрим. Я не уверен, что я хочу прям его одевать, потому что... Так, минуточку. Тут я, видимо, не разобрался. Стрела. Это огненная стрела. Это... А, это ядовитый болт. Это для арбалета. Атака 20. Наверное, я сейчас вот так вот сделаю. Ядовитая стрела, ядовитый болт. Вообще, что у меня есть стреляющего? Арбалетный болт. Просто 4 штуки. Атака 2. Это арбалетная. Это арбалетная. Это стрела. Стрела. Это тоже стрела. Это кинжалы, ножи. Значит, луки. Так, копье уберем отсюда.
Луки здесь, стрелы здесь, кинжалы здесь. Тут у нас метательные, тут у нас... Ну, ладно. Да, у нас есть ядовитый болт. Наверное, мы его сейчас попробуем применить. F5. Поехали. Наш бугаина где-то там. Метательный ножик. Знаете, про что мне напомнила вся вот эта вот байда с троллем? Про Чубаку. Залы огня. Спасибо. Помните Чубака из Экзанимы? Огромнейшая тварь, терроризирующая подземелье. Ну так как бы вот. Огромнейшая тварина, терроризирующее подземелье. Опа! Мы его грохнули. Мы его грохнули. Булавы 9. Точность минус 20. Он просто перегружает намертво такой. На тебе. Сколько ты весишь? 13 килограмм ты весишь. Блин, ёты-моёты. Нужно ли мне это оружие? Так, ладно. Мечи. Ты это у нас по булавам, кстати, вообще не рубишь, да? Тебе... Хотя булавы. Атака 14-11, 14-15. То же самое, только медленнее. Потому что меч дает ту же самую атаку, она быстрее. Атака 36. Хочу ли я эту штуку с собой? 13 килограмм, между прочим. Я могу деревянный ящик с факелами выкинуть. И пока что потаскать эту штуку с собой. Пока что. Фух. Нервненько, нервненько тут. Если что. F5. Вы мне предлагаете... Так, тут есть залы огня, если что. Залы огня... А прикиньте, оно тут не одно. Прикиньте, такая колбаса здесь не одна бегает. Я офигею. Оно сожрало... Ой, там кристалл, кстати, за стеной. Нафиг сходить не хотите, ребят? У меня для вас хороший рецепт. Так, последовательности. Последовательности. F5. Попробуем их уработать. Попробуем их уработать. Так, ты там пока что травись, дружище. А мне нужно мага покормить. Мага покормить у меня пока что не получается. Ну, давайте так вот. Интересно, сколько ему эта фигня в сумме наносит? Сильно, не сильно? Блин. Это было сейчас тупо, согласитесь. Так. У тебя же есть бутылочка, кстати, которую нам нужно наполнить, допустим, противоядием, потому что у нас ни одного не осталось. Дадим тебе. И золотой ключ, кстати, ребят. Почему у меня все-таки с собой... Блин, что ты делаешь, обжора? Откуда у меня в сумке золотой ключ? Надо его выложить.
А то я про него забуду и где-то что-то не смогу им открыть, если уже не забыл. Закрой. Она этим копьем уже нифига не бьет на самом деле. Может перестать им пользоваться? Может просто сюрикенами пользоваться? Так, ладно, спим. Сзади, по идее, никто не должен прийти. Хотя, опять же, я не до конца исследовал этот этаж. Я без понятия, что там происходит, но... Угу. А, спасибо. Меня разбудило землетрясение. Хорошо, F5. Поехали дальше. Пятнадцать, кстати. Чуть не убили. Спим дальше. Вообще, быка страшно просто пробивают. Блин, ребят, да, скажите мне, вот эта вот угроза перегруза, она хоть как-то влияет на то, как их, как, насколько сильно их бьют или нет? Вот что мне интересно. То есть, насколько это все... Все, супер. А, у меня свет погас. А мне не нужен, по сути, свет. F5. Закройся. Поспать? Да нет. Неплохо. Когда весь урон влетает, то прям хорошо становится. Поставь. Спим. Но я другого пути не вижу бороться с этими штуками. Или же маневрировать от них, или же вот так вот просто запираться дверкой, потому что от двоих маневрировать у меня не получится. Они огромные, но чрезвычайно быстрые. Есть у них такая фишка. От двух у меня маневрировать не получилось бы. Поэтому приходится просто стоять, отгребать и спать. Фишка в том, что у меня 39, опять чуть не убил. Бык и так не особо точный. Мне кажется, что если я дам ему молоток огра вот этот вот, то я вообще, в принципе, никогда ни по кому не попаду. Да, когда я попаду, то я дам ему очень хороший урон. Но вот эта вот штука насчет... Кстати, тогда не подскажете, если у этого молотка такой огромный минус к точности, почему огр по нам попадал практически каждый раз? Нет, возможно, тут есть объяснение в таком виде, что огр как раз большой. Для него этот молот вообще ни разу не гигантский. Ему он в самый раз. Я хотел сказать, убьет же сейчас. Ну, вроде не убил. Ключик. Не подходит. А, мне туда надо. Мне нужен этот чертов камень. F5, ладно. А, я хожу без света. Последовательности. Последовательности. Что бы это могло значить? Там за стенкой еще одно такое говно. Знаете, в чем прикол? Прикол в том, что я не могу выйти с этими пауками один на один, не потеряв персонажа, а это очень плохо. Это может значить пару вещей. Во-первых, или я неправильно вкачался, и у меня персонажи слабые, что вполне может быть. Так. Где-то что-то открылось. Чувак.
тупо не до тебя сейчас. Да, я копьем наношу 0 урона. Секретик приехал. О, огненные бомбы подошли тоже хорошо. Хотя бы парочку, потому что я все просрал на чертового тролля, блин, чтоб его. Ну, огра, в смысле. Видите вот этот значок? Я инстинктивно просто клацнул. Давайте F5. По-хорошему, наверное, поспать надо было бы, но... Куда ж там по-хорошему-то? Ладно, фиг с ним, давай поспим. Я завидую стальным нервам наших персонажей. Спать в таких условиях, когда вокруг неизведанная территория, с любого момента могут прийти какие-то враги, монстры, твари, еще какое-то говно. Вот. Но они при этом спят. Восстанавливаются, едят, живут. У них все хорошо. F5. Я боюсь, что я сейчас наступлю на эту плиту и начнется какой-то звездец. Поэтому хранилище шара. Это значит, что там все на шару? И куда? А, серьезно? Так, а у меня есть что-то тяжелое? Это недостаточно тяжелое. Ой, блин, у меня бык голодает. На, дружище, похавай. Тут нормально. Тут нормально. Все вроде сыты, все здоровы. Ну, у нас есть сейчас два варианта. Во-первых, положить что-то на... Где вообще? Стоп, а давайте пока что просто вернемся и там еще осмотрим. Я не все обошел. Это секрет, конечно, все дела. Это хорошо. Но тут еще огромнейшая территория. У нас уже есть как минимум пару мест, куда мы можем пойти. О, кстати, я этот кинжальчик тогда и пропустил. Сюда можно пойти. Тут дверь. Этот же огр тут где-то ходил. Прогулка. Че это сейчас щелкнуло? Что сейчас щелкнуло, черт побери? За стеной что-то лазит. Знаете, куда можете идти с такими прогулками? Я вам могу точный адрес назвать, куда вы можете пойти с такими прогулками. Такое ощущение, что... Так, тут нужно, по-моему, выбрать правильное направление, да? Мне кажется, да. То есть здесь нужно наступить в определенной последовательности на какие-то определенные плиты. Видите? Щелкает всегда только одна. Но мне кажется, это или сбросовая плита, или что-то такое. Ладно, мы к этому еще вернемся. Сюда тоже можно пойти. Какая красота. Паучьи яйца. Да, с пауками здесь мы уже познакомились. Чтоб тебя... Ты можешь, пожалуйста, не мазать? Там следом еще один есть, но мне их нельзя выпускать. Потому что если выпущу, они все вместе на меня накинутся, а против двоих-троих у меня шансов уже нету. Понятно? Блин, я что-то, по-моему, далековато загрузился, да? Хранилище шара. А, ну да, да, все нормально.
Мы ничего, собственно, не пропустили. Мы сейчас пойдем прогулку обкрутим. Блин, знаете, у меня такое ощущение, что у меня пока что просто нет сил на все эти загадки. У нас серия заканчивается. Я сейчас просто осматриваю наши возможности на следующую серию. И тогда мы уже пойдем... Это не тот какой-то факел был. Тут было место, где можно было вставить факел, да? Так, тут у нас прогулка. Давайте я ее пройду. Чтобы у меня просто на карте обозначилось, нарисовалось, и все нормально было. Все, оно у меня обозначилось. Это значит, у нас есть секрет с прогулкой. У нас есть... Паучье место. Давайте я там серединку еще посмотрю. Да, ты теперь наш пленник так же, как и тот, который этажом ниже. Значит, этажом ниже. С нами связывается чувак и говорит: приди ко мне, я нахожусь внизу. Вот, сейчас мне говорят, что этот, что кто-то находится этажом ниже. Значит, как минимум, нам нужно спуститься на следующий этаж, теоретически, чтобы встретиться с человеком, который с нами общается путем снов наших же, как он с нами во сне общается. Я не знаю. Так, ладно. Смотрите, что у нас есть. По карте у нас есть... Не, ну, как бы, можно пойти на прогулку, можно пойти заглянуть к паукам, можно зайти в секретку, можно 6 в западне. Кстати, так и называется, в западне. Кстати, мне кажется, или я до сих пор не видел ни одной ямы на 7-й этаж? Хм, это интересное кино. Ладно. У нас тут широкий спектр того, куда мы можем пойти, и как раз в следующей серии мы этим всеми займемся. Я рад, что мы убили эту огромную тварину. Потратили мы на нее ресурсов, конечно, просто чудовищное количество, но вроде как что-то оправдалось. Я вернул себе парочку бомб. Нормально. Надо было, наверное, больше его именно травить и всякое такое, чтобы он там потихонечку где-то скопытился. Да, это вот эта вот секретка. Как раз мы факел ставили. Теперь можем сюда пойти. Все, ребятушки, на этом игра. Игра у нас не заканчивается. Игра продолжается. Серия у нас заканчивается. Игра очень интересная. Давайте, пока я не забыл, я еще и быка покормлю, потому что я потом точно забуду, если этого сейчас не сделаю. Кушай, дорогой. Все, F5. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.